Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Apple Expert. В сегодняшнем видео я вам расскажу о том, как же ведет себя батарейка на iOS 13.1. Итак, что хочется сказать об этой iOS. Она очень нормально, достаточно эффективно работает, все так же стабильно, никаких нареканий я здесь не заметил. И как бы у меня уже телефон держит почти сутки. Что хочется сказать, обновился я где-то при 86%, в 2:30 ночи, ну и видео выложил по мере поступления, есть на это время. Дальше, за это время я смонтировал два видеоролика, то есть один видеоролик я смонтировал на обзор iOS и другой ролик по батарейке, вот этот вот, звонил, то есть переписывался, вел переписки там в YouTube, в Instagram, Viber, в других соцсетях и так далее, и так далее. То есть активный рабочий день. Что я сделал неправильно с этим? Давайте сначала посмотрим мою батарейку, чтобы вы понимали. У меня сейчас 99% емкость. Даже 2 месяца не прошло, и вот такая вот беда, 1% упал. Расскажу почему. Вот, можете сами заметить, что последний заряд, уровень последнего заряда был в 21:07 в среду. Сейчас у нас что? Четверг, вы уже 20:07. Почти сутки, и у меня батарейка 36% на данный момент. Опять же, возвращаясь к тому, что я сделал неправильно. Любую iOS нужно устанавливать на 100% заряда. То есть нам рекомендуется от 50%, но желательно 100%. Почему? Что бывает, когда не обновляешься при 100% на iPhone и iPad? То есть это фиксируется текущая процентная емкость, сейчас точнее процентное соотношение батареи, на каких процентах вы обновились, и он берет как за основу, как 100%, то есть программируется. В дальнейшем, когда вы будете обновляться, естественно, это рассказывают, показывают. Состояние аккумулятора было в бета-тестировании. Такая вот беда. Поэтому бывает вот такая вот такой баг, который покажет неправильную емкость. Есть для этого специальная программа, которая показывает. Вы подключаете ваш телефон к ПК или ноутбуку, неважно, и покажет вам циклы. Как мы знаем, что с 500 циклов начинается уже падать емкость. Но у меня тут 500 никак нету. 500 равняется к тому, разрядить от 0 до 100. Чтобы вы понимали, от 100 до 0. Как хотите, так и понимаете. Суть в чем? Суть в том, что старайтесь всегда заряжать ваше устройство до 100%, не ниже 20, опускаться до 20, вот так вот можно уже подзаряжать до 80, и ваша емкость будет сохраняться. И также обновляйтесь как по воздуху, так через iTunes по кабелю на 100%. Это будет лучше всего, никаких багов, нареканий у вас точно не будет. Вот, в принципе, все, что я хотел донести. И опять же, оставляйте ваше мнение в комментариях, для меня это очень важно. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь также на мой Instagram, ссылочка будет в описании и в закрепленном комментарии под видео. Всем пока!